Для подвязки томатов и других растений в теплице я использую вот такую перфорированную ленту. Она продается в Леруа Мерлен или в других строительных магазинах. Такие перфорированные ленты протянуты у меня во всех моих теплицах. Они очень удобны, бывают, кстати, разного вида. Вот один вид, вот второй. Все они очень мощные и выдерживают абсолютно любую нагрузку. Не рвутся, не ломаются, не деформируются. Лента крепится саморезами к дугам теплицы. Самое главное, что веревка, привязанная к этим лентам, со временем не протирается, остается целой. Так что такая лента является идеальным решением для подвязки растений в теплице.